Дунул и по привычке зашел на Магач. Среди номерных тредов, гаэтических призваний и рунологии находишь пустой тред. В смысле абсолютно пустой, без картинки, без текста, без всего. Открываешь. Дата создания треда не отображается. Номер об поста нулевой. По приколу отписываешься в тред просто бампом. Внезапно комп отображает синий экран смерти. Он становится фиолетовым. Охуевая, падаешь со стула. В голове начинает звучать неразборчивый шепот. На столе материализуется листок формата А4. На листке надпись «Вафельная Ксюша». Поднимаешь листок, под ним рисунок. В страхе бросаешь его на пол. Глаза застилает фиолетовая пелена. Просыпаешься с легкой головной болью. Радуешься, что это был только страшный кошмар. В комнату заходит мать. Молча ставит на стол тарелку с вафлями. Съедаешь их. На опустевшей тарелке фиолетовым цветом выведено слово «Ксюша».